Антилипидный чай и чай для похудения являются одними из самых популярных продуктов для похудения тяньши. Первый особенно рекомендуется для людей с высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина в крови. А второй предназначен для людей на диете, для похудения. Антилипидный чай содержит особый ингредиент – джиа-агулан, который также называется женьшень из Южного Китая. Джиа-агулан растет естественно в трещинах скал. Это растение с очень высокой жизнеспособностью. Джиа-агулан помогает нам бороться с гипоксией, что означает, он помогает в работе сердца. Более того, джиа-агулан эффективно разжижает кровь, снижает кровяное давление и уровень холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения. Этот джиа-агулан мы добавили к антилипидному чаю. Другие компоненты антилипидного чая включают понижающий жир лист лотоса, семена кассии, которые помогают очистить печень и улучшить зрение, и известный в Китае в течение тысяч лет мультицветок горец. Это растение благотворно влияет на волосы, поддерживает иммунитет и повышает уровень энергии ци. Антилипидный чай также помогает организму достичь баланса в широком смысле. Среди его компонентов можно найти зеленый чай, который играет роль повышения эффектов других четырех компонентов. Также заставляет питательные вещества из этих растений циркулировать более эффективно через тело и достигать всех его частей. Значение роли зеленого чая основано на древнем китайском правиле здорового образа жизни, который определяется как контроль, министр, помощник, гид. Это связано с составом лекарства, где различные компоненты имеют ранее упомянутые функции. Второй чай – чай для похудения. В нем содержатся натуральные травы и растения, давно используемые в китайской медицине, в том числе листья лотоса, семена кассия тора, чистуха, ревень, кожура мандарина. Эти и многие другие компоненты помогают нашему организму сжигать жир и способствуют выведению токсинов, так что эффект потери веса очень быстр. Чай лучше всего пить два раза в день. Можно пить одну чашку чая утром, а другую вечером. Кроме того, можно заваривать два пакетика за один раз. Таким образом, мусор, накапливающийся каждый день в нашем организме, будет эффективно устранен. Это поможет очистить организм и достичь стройности фигуры.